Добро пожаловать, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на комплексе «Радуга». Мы желаем вам хорошего настроения и теплых ног. Первое ощущение, что я оказалась где-то в Европе. Такое освещение, такая широкая трасса, такой огромный стадион. Поверьте, не каждый город даже в Европе, да, спортивный, лыжный может похвастаться таким. Возможно, когда-то здесь проведут чемпионат России. Но правда, нам очень понравилось и надеюсь, что все получится у вас. И на этом первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Красноярске завершается.